Хорошая тимпанограмма вовсе не означает отсутствие нарушений слуха. Это лишь один из методов, с помощью которого обследуют среднее ухо. Чтобы полностью исключить отсутствие патологии слуха, необходимо пройти полное обследование, которое может продлиться не один час. На 1000 детей рожденных рождается 1-2 ребенка с врожденным нарушением слуха, еще 1-2 ребенка глохнут в течение первых 2 лет жизни. На сегодняшний день потеря слуха считается самой распространенной сенсорной формой инвалидности в мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, от глухоты и нарушений слуха страдают примерно 360 миллионов человек. Российская статистика также не радует. 15 миллионов взрослых и 1 миллион детей имеют различные патологии, связанные со слухом. Нас пугают именно вот эти ранние нарушения слуха, понимаете, потому что когда ребенок не слышит с рождения, а у нас много таких патологий, врожденные патологии наследственные есть, мы, собственно говоря, теряем нормального действующего члена общества нашего, понимаете, поэтому они происходит инвалидизация. Причин, которые вызывают нарушения слуха как у детей, так и взрослых, множество. От врожденных патологий до осложнений после вирусных инфекций и механических травм. Не все причины ведут к глухоте. Большинство вполне излечимы. И терапия длится недолго. Но вот следить за состоянием слуха, особенно у детей, необходимо постоянно. Большинство этих детей – это вот как раз с аденоидами. Дети с аденоидами, у которых возникает осложнение на ухо за счет аденоидов. Это все наблюдается и лечится врачами. И если взять вот таких детей, потому что про вот эту статистику я говорила, это необратимое изменение высокой степени, какие-то требующие коррекции электроакустической. А если брать детей, у которых это все обратимо, это достаточно часто встречается. Люди с теми или иными нарушениями слуха неохотно идут на контакт с прессой. Афишировать недуг боятся в первую очередь из-за работодателей. Часто эта патология становится причиной отказа в приеме на работу. Хотя, как показывает мировой опыт, нарушение слуха не повод отгораживаться от мира. Яркий пример – приморский спортсмен Виталий Аботин, 7-кратный чемпион сурдолимпийских игр, многократный победитель чемпионатов России и мира по плаванию среди спортсменов-инвалидов по слуху. Я общаюсь легко, хотя для слабослышащего это, можно сказать, неправильно, потому что я вырос в семье говорящей, у меня папа, мама, родители, сестра, свободно общаются, здоровые люди. И у меня и сестра тоже разговаривает спокойно. А когда прилетел на чемпионат России, все в основном говорят жестами. 3 марта весь мир будет отмечать Международный день слуха. По мнению медиков, около половины всех случаев глухоты и прочих нарушений слуха можно предотвратить, устранив причины их развития. Поэтому, советуют врачи, внимательно прислушивайтесь к своим детям. Светлана Садовая, Игорь Болтов. Новости на 8.